И далее у нас новости из регионов в традиционном обзоре. В Усть-Каменогорске на месяц отключат программы онлайн-контроля за состоянием атмосферного воздуха. 20 датчиков на 9 экопостах демонтируют и вернут московским разработчикам. В столице России устройства проверят на точность показаний. Испытания продлятся до середины февраля. В Павлодаре две бывшие городские поликлиники, а также диагностический центр, который обслуживал всех жителей региона, были выставлены на аукцион в рамках программы приватизации в конкурентную среду. В Уральске полицейские уничтожили 137 единиц оружия. Охотничьи ружья, газовые и травматические пистолеты пустили под пресс. Силы воздушной обороны поступили новые истребители Су-30СМ. Такие сейчас используют только российские и казахстанские авиаполка. При дальности полета в 2500 километров самолет может подняться на высоту в 19 тысяч метров. Павлодарские нефтехимики приступили к отгрузке горюче-смазочных материалов класса Евро-4 на отечественный рынок. Это первая партия готовой продукции, полученная предприятием после завершения масштабной модернизации. В планах отгрузить потребителям 4700 тонн дизельного топлива и почти столько же бензина.